да. Лучше, конечно, с той стороны поворачивать. О, сейчас еще накось. Накось, сикость, накось. Чтобы вы не подумали, что это не я за рычагами. А это на самом деле я. Куда ж я денусь? Хотя, что тут хвастаться? Боже мой, подумаешь там. Какая там маниту. По-моему, в Канаде есть то ли залив маниту, манитоу, то ли еще что-то там. Речка, что ли. Или болото какое-то. Или это племя было индейцев маниту, манитоу. Надо было этот видеорегистратор в тот свой трактор поставить и со стороны поснимать весь этот процесс. Будь он не ладен. Привычно сидишь как в корыте каком-то, как на горшке. Ну, хватит на меня глазеть. Подровняем. Ну да, конечно, немножко. Гранитную брусчатку всю растаскали по домам. Они же улицы разломали. Ломают старые улицы. Всю брусчатку домой тянут. Я помню еще при латах. Некоторые красивую гранитную брусчатку с улиц. Отесанную, тесанную. Тогда еще латы были. По 5 лат за один булыжник. А лат, я вам скажу, это были деньги. 5 лат это 10 долларов. А пачка сигарет 35, Голливуд и Бонд 35 копеек стоила. Бутылка водяры на точке. Семьдесят копеек разбавленный спирт стоит. Ну, менты знают. Поставлю сначала левый, потом уже правый. Так виднее мне будет. Делаю щелочку. Мало ли, может еще будут ремнями перевозить. Ой, щеточка упала. Щеточку надо поднять. Ну как это она упала? Делаем на ходу. На ходу и на бегу. Трактор едет, я выскочил. Ну а куда бы он делся с подводной лодкой?
только радиус побольше возьмем. Все не так. Все не под тем углом в этой жизни у нас делается. Как-то не под тем углом. Таким здесь этой площадке до хрена надо. Подъезды все эти к домам. Видишь, теперь он мне показывает, куда надо тыркать. Ладно. Хорошо, что хоть принимает участие. А то некоторые такие станет и все, и стоит. Брать, что брать, куда брать, откуда брать, как, чем брать, куда везти, как везти. Есть такие объекты, что все уже, и разгрузиться, и отвезти, и поставить езди, а вот ехать нельзя здесь, надо объезжать. А потому что вот здесь вот что-то зарыто, да вроде бы как не закопали как следует, как тот раз. Не тот раз я этот тарантас выгонял, где вот он стоит. Как эти налетели, я уже, блин, еду. Нет, здесь нельзя ехать, тут коммуникации. Да что с ними случится? У него удельный вес, хрен да ни хрена. Такие широкие колеса. Тем более я на GCB-шке на этой и так уже все здесь объездил. На самом деле они должны разгружать. Этот трактор здесь стоит, это не ихний, конечно же. Это трактор, я так понял, генподрядчика. Видишь, они боятся, или что, или сомневаются. Что у них, может быть, не получится. Хотя видно, что кто-то в мое отсутствие пользуется агрегатом, разгружает, потому что я тот раз уехал, я только одну фуру. Можно тогда будет, наверное, меня и поздравить с покупкой нового дома. Мне уже надоел. Хочу домой, к маме.
Работать на Маниту и на подобных вещах, ну просто сказка. То количество разновидностей работ, как вот универсальные погрузчики, экскаваторы, вот эти вот, типа вот этих вот GCP, вот эти вот тройки, четверки, или там что там, кейсы, кому что, катерпиллеры. Ну, я имею в виду универсальные погрузчики. Но вот эту вот работу, видишь, русский язык с латышским языком путается. Вот эту вот работу, которую я сейчас делаю, такой техникой, просто сказка. Особенно если он вообще стоит где-нибудь на ровной поверхности, на бетоне, на асфальте. Ну и это, стройки ничего. У меня была нехорошая ситуация с этим агрегатом. Ладно, сейчас наберу и потом туда расскажу. У меня была нехорошая ситуация. Один работодатель, с которым, кстати, уже давненько знались, и он прекрасно понимал, я ему, не понимал, как оказалось, что он все-таки не до конца понимал. Но я ему много раз говорил, и много раз он именно так и делал, что если у тебя какая-то работа, а ты не знаешь, какой техникой это сделать, позвони мне. Позвони мне, я приеду, и я посмотрю на объект, на ту работу, которую нужно делать. И я тебе скажу, какая техника. И он пренебрег. Надо было на одном частном участке, он хотел там дом какой-то бабе строить. Надо было чернягу всю выбрать. И он почему-то решил, что если на этом заехать, подъехать, и именно стрелой с ковшом, не с вилами, а с ковшом, именно тем, что стрела телескопическая, вот именно таким способом набирать грунт, вывозить и куда-то там его выкидывать, чтобы освободить, чтобы сделать это вот, очистить территорию от грязи, от черняги, от всей этой и прочего говна. Я потом, когда приехал на этот, он мне как объяснял, я уже удивился очень сильно. Как это так? Что-то, думаю, напутал парень. И когда уже приехал, он уже все, мы встречались непосредственно там, где надо было технику брать в аренду. Уже все документы были подписаны, я этот агрегат взял, приехал, то был монитор, только маленький, пятерка или семерка какой-то. Не эти 14 или 17 метровые, а маленькие совсем. Тут вообще слабенький. Я туда приехал и сразу его утопил так, что еле-еле вылез. И потом еще когда ехал обратно, пол риги говном засрал. Не говном, а грязь, которая намоталась. Не только на колеса, но и везде. О боже. Я ему тогда говорю, я ему нахуй, я же тебя предупреждал. Но потом он уже говорит, что тебе надо? Я говорю, надо полный поворот, надо агрегат, который будет стоять на одном и том же месте. Нормалек. На них по городу рассекал, еще и с нарощенными вилами. Вот. Красота. Еще парочку. Барышня, еще парочку. Может, у них еще такая техника есть? Так я сам о себе кино сниму? Блять. Ну, это ошибка непростительная. Простительная ошибка только что была допущена. Вот так вот, учитесь. Самокритика. Я не знаю, мне неудобняк немножко, я отвык от этого. Сидишь почти жопой на земле. Ну сколько тут? Ну полметра до земли. Как в корыте каком-то. Плюс эти зеркала, они, этот разбитый, видимо, был. Не объемный, а просто лепешка. Зеркало-лепешка. Это я придумал.